Продолжается чемпионат России 8 на 8 в Сочи. И рядом со мной Виктор Пинаев из команды «Тройка». Вить, во-первых, поздравляю, что вы сюда доехали, наконец-то. Очень рады мы вас видеть на этом турнире общероссийском. Во-вторых, поздравляю, конечно же, с победой. Расскажи, пожалуйста, пару слов про матч с командой из Нижнего Новгорода «МНИТЭК». Безусловно, пару слов расскажу о игре. Хотелось бы сначала поздравить все команды с открытием данного чемпионата. Ну, чемпионат действительно собирает, наверное, сильнейшие команды. Мы очень давно хотели сюда поехать. Но, как всегда в жизни, бывают всякие обстоятельства. Смысла в небоевом составе ехать сюда нету. Ну, а так как у нас и многие люди работают, вот, поэтому не всегда удавалось вместе нам собраться и вырваться среди недели. Так как это тяжело. Но Бог дал, все это получилось. Шикарная погода, шикарные условия, вот, соперник, о нем ничего не знали, конечно, до игры, поэтому рисунок игры строили от себя, исключительно от своих сильных сторон, ну, судя по результату, все удачно получилось, вот, будем дальше двигаться в этом же направлении. А насколько повлияет на вас отсутствие Артема Семенова, капитана команды, и, может быть, Павла Гуреева, вратаря основного? Безусловно, мы как бы очень жалеем, что Артем, Павел и Якова Суворова с нами нету. Вот, это, безусловно, боевые единицы в нашей команде. Вот, Артем – бессменный капитан наш, лидер, так сказать. Все знают, что в тяжелых играх Артем, какой бы ни был в форме, но свой гол забьет. Вот. Но также вам известно, да, что у нас коллектив достаточно сплоченный. Вот. Каждый человек знает свое место на поле, что ему делать. И поэтому мы только с удвоенной энергией будем играть, чтобы стараться заменить и порадовать наших ребят. Ну и коротко расскажи, кого ты видишь фаворитами этого турнира? Да команд очень много на самом деле. И так как... структура данного чемпионата, она достаточно специфичная. Вот. Здесь на первый план выходят, опять же таки, и тактические какие-то задумки команд. Потому что нужно распределить силы, во-первых. Если вы хотите победить в этом турнире, то, наверное, все знают, да, что на третий-четвертый день по три игры предстоит. А это довольно-таки сложно, тем более, если игра очень интенсивная. Ну, кто быстрее будет восстанавливаться, кто быстрее будет тактически изощренным в каких-то моментах, где можно поберечь силу, я думаю, и удачи, конечно, безусловно. Как все знают, там на больших турнирах, на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы не всегда фаворит выигрывает. Вот. Поэтому удача, безусловно, тоже важный фактор. Ну что ж, еще раз поздравляю вас с победой и удачи вам в завтрашнем матче. Спасибо большое. Всем тоже удачи и без травм, надеюсь.